огромная благодарность империи сильнейших ведьм. Я хотелось бы рассказать о проведенном сегодня ритуале женской силы, свои собственные ощущения. Ритуал этот на себе, конечно, провела первый раз, там не провели. И что хотелось бы сказать, ощущение теплоты, волны идут по всему телу, жара. Но тут пока мое такое короткое, наверное, сообщение всем, и я бы рекомендовала его пройти, а в дальнейшем, наверное, уже надо смотреть, как бы поддерживать, как мне порекомендовали, эту женскую силу. Посмотрю, как это будет в семье, в окружающем меня пространстве. Ну, огромное всем спасибо.